Университетская клиника Казанского федерального университета – крупный медицинский центр города. Говоря про это, вспоминаются в первую очередь доктора и врачи, но основой клиники является средний медицинский персонал, то есть медсестры. Всего таких сотрудников только в университетской клинике больше 800, а работу, которую они выполняют, можно назвать героической. Представители этой профессии нуждаются в своем собственном празднике. Именно поэтому 22 мая завершился ежегодный конкурс названия «Лучшей медицинской сестры». От хирургии до приемного отделения на сцену вышли только лучшие из лучших. Доказать свое мастерство можно было не только выполнением заданий, но и с помощью творчества. А тут в ход шли уже разные средства, от вокала до актерского мастерства. Олег Ашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.